Для удовлетворения спроса населения товарами новогоднего ассортимента администрация городского округа в этом году впервые проводит сельскохозяйственные ярмарки в течение 3 дней. Это 28, 29, 30 декабря на площади перед кинотеатром «Октябрь» с 10 до 16 часов. Неизменными участниками у нас остаются хозяйства муниципальных районов, близлежащих муниципальных районов, индивидуальные предприниматели. В ассортименте реализуемой продукции будет мясо всевозможных видов, мясные полуфабрикаты, гастрономическая группа товаров, кондитерские мучные изделия производства Нефтекамского хлебокомбината, пекарни «Твой хлеб», сухофрукты. Кроме этого, можно будет приобрести непродовольственной группы товаров, это чулочно-носочные изделия, валенки, изделия народных промыслов. И можно будет купить елочки или другие деревья хвойных пород на нашей ярмарке для украшения интерьера. Ярмарки состоятся на площади перед кинотеатром «Октябрь» в субботу, воскресенье, понедельник. Это 28, 29, 30 декабря. Начало ярмарок в 10 часов утра. И работают они до 16 часов дня. Приглашаем всех на ярмарки купить вкусные продукты к своему новогоднему столу.